Привет, дорогой зритель. И сегодня мы с вами сыграем Vice. Вы, наверное, не ожидали, что выйдет видео сегодня или завтра по этой игре. А все знаете, почему она выходит? Потому что в Vice обновление вышло. В чем суть обновления? Добавили в больнице кое-какие фишки. То есть больницу немного обновили и добавили историю Чарли. Сейчас мы это с вами лицезреем. Короче, дело обстояло так. Я запустил Нокс. Ну просто я играл, типа... Я не могу уйти, мне нужно больше мешков, говорит наш главный герой, который вызывает у Чарли геморрой. Да, мы это все знаем, но в общем, в чем суть? Я играл вчера. Просто запустил, хотел посмотреть, может вдруг обновление какое-то, да, реально. Может в больницу, и реально больницу изменили. Я бы немного походил, там, конечно, я пару там штуковин там понажал, он там, вот, холодильник морга случайно нажал, вообще не хотел нажимать, но нажал случайно. Тогда я выключил Нокс и оставил это на потом, для видоса. Ну и в общем сейчас я его записываю, сейчас мы это все лицезреем. Дальше я не хотел все это лицезреть, после того как увидел, что больница изменилась. Ну что ж, давайте мы с вами все это глянем. Добавили, короче, историю с Чарли. Мы сейчас это все с вами посмотрим. Это наша такая вот комната стандартная, в общем здесь не особо ничего не изменилось, да? Окей, давай мы это сейчас все возьмем. Вообще, я не ожидал, что в ближайшее время я снова запишу видосик по этой игре. Вообще, нереально не ожидал. Здесь комната, смотрите. Комната раньше, вот эта комната, стояла вот здесь. Теперь ее поменяли местами. А также, вы видите сами, что немного вот этот коридор, он немного стал меньше. Не такой длинный, как раньше. Ну все, ух, что за вонище? Старый патефон, он довольно чего? Он довольно что? А, меня просто, он довольно знакомый. Где-то я уже его видел, меня просто трясет от этой музыки. Трясет от классической музыки, довольно странно. Ну да ладно. Так, ну ты видел его в особняке, поэтому вот, давай-ка мы это еще используем. Тут изображен рентген. О, все, Чарли вышел. Так, давай. Картины похожи на друг друга. Глянусь, я видел, что то же самое, когда ударился головой. То есть наш главный герой просто все позабыл. Ну-ка, давай-ка используем глазик. Просто стой там, где стоишь, парень. Говорит наш Чар. Я надеюсь, что больше никогда не услышу этот голос. То есть, у нас сейчас есть история с Чарли. И мы сейчас это все пытаемся с вами лишь решить. Вот, мы сейчас спустились вниз. И, в общем... Чарли тоже спустился вниз. У нас тут вышка немного затерялась. Не может туда-туда пройти. Ну, здесь, по крайней мере, вот немного можно спрятаться. У нас в морге ничего. У нас морг просто пустой. А здесь мы открыть уже его не сможем. Если от Чарли спрятаться, то только, наверное, так. Я сейчас боюсь выходить. Я вообще сейчас даже не могу определить по коридорам, где он находится, потому что коридоры все изменились. И надо все это запоминать. Да блин. Все время открывается, открывается. Не надо, чтобы он не открывался. Так, сейчас Чарли уйдет отсюда, потому что иначе мне... Он где-то рядом. Он где-то рядом. Будем надеяться, что он сюда не свернет. Так, он вроде бы ушел, но это не точно. Сначала я возьму вот эту штуковину. Красненькую, а потом давай-ка сейчас быстро дойдем до зеленой. Не знаю точно, либо это скорость, либо это невидимость даст. Наверное, невидимость. Да, дала нам невидимость. И теперь мы сейчас с вами невидимые. Поэтому, если Чарли здесь появится, он нас не увидит. Весь морг почти пустой. Так, и здесь у нас понятно. Здесь у нас зельч. Чарли где-то рядом.
Наконец-то возьми себе, что могло это значить? У нас еще 30 секунд, надеюсь, я не попадусь прямо ему на пути. Ну, Чарли, здесь есть дверка. А, может прямо вот так пойти. Вот. В мешках находится. В этих мешках находятся трупы. До сих пор находятся трупы. И здесь у нас тоже зелье. Здесь довольно очень много зелий. Тем более, у нас часто Чарли очень часто. Шум пусть дает. Ой-ой-ой, сейчас там видимо. Так. Сейчас мы вот это вот тоже быстренько соберем. Или пишет об умирающем отце. В журнале есть отец, который скоро уйдет. Я думаю, это человек с той фотографии, господин Майлз. То есть, получается, наверное, судя по всему, что Чарли, может быть, у нас и есть господин Майлз. Но это не точно. Мне больно ходить по этим залам. Я не должен здесь находиться. Каждая косточка моего тела отдает боль, когда я перемещаюсь здесь. Что это за монстр побеждает? Почему он останавливает меня? Я даже сам не знаю, зачем ты вообще сюда полез, чувак? Полез в это место. Давай-ка мы сейчас. Надеюсь, что он с этой картиной не вылезет. Или пишет про фотографию. Так, несколько душевых. Вероятно, их и это используют пациенты. Но здесь слишком много грязи. Здесь никого не было на протяжении многих лет. Так, очень хорошо. Теперь нам сейчас надо подняться на верхний этаж. Посмотреть, что у нас наверху. Как говорится, здесь теперь мы можем обойти. И не попав, почти не попавшись в тупик. Здесь у нас абсолютно ничего не изменилось. Ну-ка, что будет? Так, мы можем видеть, где находятся наши мешки. Очень хорошо. Теперь нам надо быстренько переместиться в следующую комнату. Здесь у нас ничего нет. Запер меня и этого дурня, этого уже было. Так, ну ты кричал. Я даже не успел прочитать. Так, я умолял и кричал, больной ублюдок, я увидел Чарли. Сейчас спускается вниз. Я надеялся, что он вообще зайдет сейчас в картину. Я смогу подняться наверх. Так, ждем. Такого, чтобы он прям по пути нам не попался, чтобы мы смогли легко подняться на верхний этаж. И там мы соберем оставшиеся мешки. О, у нас одна мышка светится, она дохлая. Старая мерзкая крыса. Черт возьми, она напугала меня. Похоже, это единственное создание, которое не собирается меня убивать. Да я уже вроде сам-то не испугался этой мыши. Чё ты так испугался ее? Здесь еще вот что добавили. Так, ну-ка. Тут все красные, у нас все красные бутыли. Он пишет, что отец хотел провести свои последние дни дома. В конце она добавляет, я хорошо спрятала фотографию. Папа говорит, что хочет пройти в особую комнату внизу, что там мы не должны его беспокоить. Окей, давай-ка мы еще возьмем красную. Мы снова можем видеть количество мешков, и где они находятся. Внизу они тоже у нас есть. Ну ладно, больше нам уже
больше сейчас 20 нам уже не надо. Бедная Эмили, но я должен идти вперед. Пора убираться отсюда. Так, а бедный ребенок, она не замечала ведь ничего вплоть до самого конца. Как ведь это произошло? Мне нужно разузнать больше, но я не думаю, что я смогу найти здесь что-то новое. И у нас еще много закрытых тут слотов. Да, это капец, конечно. Но можно, собственно, еще поискать. Главное, чтобы Чарли внезапно не появился. Найдите выход и убегите. Хорошо, сейчас это все без проблем. Ах ты, пора убираться отсюда. Больше ему мешки не нужны. Ты должен быть благодарен. Благодарен, ты виноват в том, что как мне не удалось чего-то там. Как мне не удалось ее покорить. Так. У нас, собственно, Чарли сейчас исчез. Зеленый выпили, значит. Да я хочу взять вот это. Да блин. Отлично, это добавляет нам еще мешков. Тут у нас еще один красный бутылек. Хорошо. И еще глазики. Может, сейчас еще по глазам можем определить, что он там нам скажет. Не забывай, что спас тебя той ночью. Ты позволил ей умереть, ты сломал меня. А? А чё у меня заранее такое фиолетовое сейчас было, как у Чарли? Если честно, я не знаю. Может, а может какой-то баг. Быстренько убегаем. Так, вот как бы сказать, вот такое у нас обновление. Такое коротенькое, как и само вот это видео. Но добавили уже истории Чарли, что это уже как-то разнообразит нас. У нас новые, как бы сказать, теории, факты и новое дополнение к сюжету. Ну что ж, ребят, давайте мы с вами на этом закончим. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, если вы здесь впервые, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну что ж, ребят, всем удачи и всем пока.